Европарламент обвиняет Польшу в пренебрежении основными европейскими ценностями и угрожает введением санкций в отношении Варшавы вплоть до лишения права голоса в Европейском Совете. Такая позиция нашла поддержку Еврокомиссии. В частности, в Брюсселе недовольны тем, что поляки лишили независимости Конституционный суд страны и фактически подчинили его Сейму. Польша игнорирует решение Европейской комиссии и ставит под угрозу основные ценности Евросоюза, заявил на днях первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Согласно официальному сайту Европарламента, члены комиссии предложили руководствоваться при решении относительно Польши 7-й статьей договора о Европейском Союзе. Согласно этой статье, в случае, если поведение государства-члена противоречит ценностям Евросоюза, Совет может временно лишить государства-нарушителя некоторых прав. Впрочем, некоторые эксперты считают, что угрозы со стороны европейских структур не заставят Польшу изменить свою политику, а давление на нее может привести к повторению Брексита теперь на востоке Европы.